Да ну, принцесски мультяшные персонажики, хлам. Я Ванилопа. Я принцесса Аврора. А я озвучиваю Анну. Я Рапунцель. Я Эльза. Я принцесса Жасмин. Я Тиана. Я Мирида. Я озвучиваю Ариэль. Я Белль. Я Моана. Я Золушка. Я озвучиваю Покахонтас. Я озвучиваю Мулан. Я Белоснежка. Все мечты мои сбылись. Убойные гонки начались. Скорость зовет. Дай ей ответ. Жизнь как полет. Ты на коне. Волшебный край. Гоночный рай. Где правил нет. Стоп, 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 тихо-тихо. Это что такое? Это пение? Да, но откуда вдруг музыка и этот столб света? И вы же тоже видели его, да? Ага, ну ясно. Которая больше, чем вода. Если смотреть на эту бесценную воду, то каким-то волшебным образом я запою о самом заветном? Ну, да-да. Да, сомневаюсь, но все равно спасибо. Проклинали? Да, и мне. Да? Польщена знакомством с тобой, Ванилопа. Вообще-то с незнакомцами мне нельзя говорить. Но ведь мы уже встречались. Ты пришел ко мне много снов тому назад. Ты пришел во сне, но знаком был мне твой ласковый взгляд. То есть как это? Она с другой студии. Снег. Ну почему снег? Могла бы обладать тропической магией и наколдовать белый песок и теплый огонь! И делать, что должна, придет восход, ну а с ним этот мир навеки станет для меня совсем другим. Вниз, ну конечно! Мне всегда казалось странным, что гора плывет, хотя очевидно, что есть невидимые силы, которые тянут нас вниз и не дают остальным предметам улететь в небо. Но это только теория. Что мне снилось даже мудрецам, в мире удивительном ты отыщешь сам. Пусть тебя вопросы гонят в путь, знай, что это здорово, любопытным будь. Ох, чудо есть на свете, лучше места в книге не найти. Есть она птица в среде, но лишь третий час темно. Совсем другой, он не ответит на все вопросы. Я узнаю, что же такое огонь. Я вся горю, я ведь давно в сердце даю желание одно. У тебя волосы волшебные? Ты жила в заточении? Нет! И вопрос на 3 миллиона. Про тебя тоже думают, что все в твоей жизни наладилось, когда в ней появился мужчина? Нет, наряд – просто чудо! Так нужно попробовать. Представь то, что больше всего хочешь, и спой об этом. Смотрите! Там сильный мужчина нуждается в нашей помощи. Могу я бегать и прыгать, и лазать, и падать, скакать и резвиться, летать и носиться, плескаться, умчаться и радоваться. Такой, как вы говорили.
И вы совсем не знаете меня. И к моим волосам вы больше никогда не притронетесь. Эй! Дорога слегка грудней, зато полно чудных теней. А если вдруг кто-то страшный, становлюсь еще смелей. О, какой забавный поворот, пускай опасность и число растет. От неудач не заплачу, стану только веселей. Стану веселей. О, какая симпатяга! Сейчас причешу, Рокс упадет. Передай своей королеве, что я с удовольствием помогу ей с вечеринкой. Розочка, что ты делаешь? Ой, да так. А руки? Да, и если ты друг Ванилопы, значит и наш тоже. Сосредоточься, подумай, смирись, 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 смирись. То ветер стонет, а может, чей-то слышу я зов. Грядет ли что-то? Народ мой к потрясениям не готов. Жизнь так прекрасна, и шторм едва утих. Мне время не подвластно, но я должна восславить каждый миг. Верный путь в жизни ищут все, вижу то. Цель. Не верится, что я это делаю. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Очень смешно. Полагаю, ты ждешь от меня поцелуя. От поцелуя не откажусь, да. Проблемы с отцом есть? У меня даже мамы нет! Это Пенни. Мы друзья Ванилопы. Понимаете, Бэтмен служит этому делу уже очень давно. Знаешь, когда я была маленькой, я хотела быть такой, как ты, Бэтмен. Хотела быть сильной и быстрой, и умной, как Бэтмен. Но ты не тот, кого я себе представляла. Ты о чем это? Нельзя быть героем и думать только о себе. Проклинали? Когда принцесса поет о своих мечтах, всегда не сходит свет. Ну вот и опять платье надевать подружке. Никто не в курсе. Так, хватит! Тут все сумасшедшие! Вы эту гриву никогда уже не увидите. Сбежала. И нам с тобой так нужно сделать, Заря. Сбежать от этих ненормальных! Пещерных людей! Мама! Ты ворвалась в нашу жизнь без приглашения и даже ноги не удосужилась вытереть! А этот так и прилип к своему дурацкому окну! Не детские страсти. А это блохастая ребенок или зверь вообще? Какой глупый взгляд! А я желаю быть крутой, как Ламермурские холмы, и свободной, как у горца Килт, или как Несси в озере! Это так нечестно! Нечестно? Ты думаешь о себе! Ты только и хочешь, чтобы я вышла замуж! А ты спросила, чего хочу я? Нет! Ты все время указываешь мне, что делать, чего не делать! Ты хочешь, чтобы я стала такой, как ты? А я такой, как ты, не стану! Ты ведешь себя, как ребенок! А ты... зверь! Вот ты кто! Мерида! Я никогда не буду, как ты! Нет, остановись! Лучше умереть, чем быть такой! 30 нитей из шелка, хлопка и стальной проволоки скручиваются вместе. Позвольте вам представить супернитку. Ой, не люблю хвастаться, но... кто же она? И откуда у нее столько дипломов? Должно быть, ты вступила в сделку с подводной ведьмой, которая в обмен на голос дала тебе две человечьи ноги? И я хочу такой же. Сколько всего носила, но могла ли думать, что когда-нибудь меня будет украшать... как называется? Ах да, футболка. Я видела сон, что в футболке я сплю. Нет, не просто воду. Тот же песок,
а живота. Но изменилось все навсегда. Прочь все мечты, есть только ты в мире моем. Большое недоразумение, какая-то путаница. Будете смеяться, когда я объясню, что я сейчас и сделаю. Ты жила в заточении? Нет! Ну, талант прячется пока глубоко. А вот этот руль, о котором ты поешь, метафора должно быть. И желаю найти свой песенный водоем. Ай, не могу я представить. Мне замуж за этого неотесанного невежду. Мадам Гастон задумал тонко. Мадам Гастон, каков герой? А! Я жить с тобой не стану точно. Мечтаю я увидеть мир большой. Поразительно! Пыльца от древа проделывает такой огромный путь, прямо как ты. Мы с Терренсом еле убежали с корабля. Он твой кавалер? А... Значит, Лиззи любит фей? И ты собираешь потеряшки, да? Я зову их наединки. Отпусти и забудь, что пошло. Ничего себе, я в гости попала! И забудь, новый день укажет. Бесконечность не предел! Был по душе. А я на океан. Нас, во всяком случае. Можно и без спасибо. Я Моана из Мотонуи. Это моя лодка. И ты отправишься со мной! И ты в сердце моем будешь жить, оно знает. С тобой смогла понять. А звери с тобой разговаривают? Кто тебе шьет? В жизни не видела такого одеяния. Мои мышки все-все сделают. Вот она, любовь. Да здравствует принцесса Ванеллопа, королева комфорта. В мыльные пузыри. А ты принцесса какого толка? В смысле? Вот некоторым из нас надо найти источник воды и таращиться на него. Не услышит он, как песни бог поет луне, не сможет он язык зверей понять, и не сумеет он волшебные картинки на лету цветами ветра рисовать. Ты не знаешь, отец. Кто-то должен плыть. Я поплыву. Дочка. Отец, пожалуйста, я справлюсь. А может, не в этом дело? Бывает, поет лишь голос и не поет душа, пока не найдешь свое место, чтобы петь. В корыто. Но говорят, что путь к нему может открыть эта старинная баллада. Следуй на север, к Нетландии дальней. И увидишь ты остров, окутанный тайной. Золото полон есть тайный грот. Поверь, мечта тебя там ждет. Странно, пусть других ты пугаешь, но я с тобой вместе дышу. Тебя отравляли? А тебя когда-нибудь целовал принц? Вот я в колодец люблю смотреть. Да. Дом оставив позади, ни друзей, ни знакомых, ни родни, я в далеком городе одна. Девочка, не взошедшая звезда.
Никому я не нужна. Даже не знаю, про кого из нас эта песня. Но мне нравится. Мэри Поппинс! Спасибо, спасибо большое, спасибо. Абсолютно исключено. Ребе моль мажор. О том, что книга не переплет, кто книгу откроет, тот поймет. И в третьем абзаце может статься все совсем наоборот. Стоит только лишь начать и ловко между строк читать. И истинно твой мир перевернет. Будь он хоть золотой, но книга не переплет. Славься!